Здравствуйте, уважаемые садоводы и те, кто просто те, кто зашел посмотреть этот ролик. Зовут меня Олег, фамилия моя Сыроватка. Более 30 лет я занимаюсь изготовлением ножей. Все мои ножи в основном были или есть, это охотничьи ножи и кухонные ножи вот такого плана. Сталь я использую Х-12, откованная рукоять, береста набранная, березы. Эта часть дерева выполнена из свиль березы. Вот такие ножи. Вот такие ножны выполнены из кожи. Свободный подвес. С отпечатком волчьей лапы. Вот такой нож заказали. Разделочный, шкуросъемный, то же самое. Откованная сталь Х-12 МВФ. Рукояти свиль березы, те же самые ножны. Ну и, конечно, новое дело, это якутские ножи, которые пошли в моду. Тоже я стал их делать, отковал. Та же самая сталь Х-12. Рукоять свиль березы, вот такие ножны. Третий нож тоже такого же плана. Вот. Но это как бы вступление к этому ролику. Основной ролик наш будет о том, о садовых ножах. Значит, в том году я посмотрел канал Железова Валерия Константиновича, нашего знаменитого садовода Саяногорского, где обсуждалась тема о садовых прививочных ножах. И оказывается, что у нас в стране нету хороших садовых ножей, а именно ножей, которые под левшу, под левую руку, их вообще, то есть их нету. Вот. Сам я тоже занимаюсь пчелами, занимаюсь садоводством. У меня большой сад, и приходится очень много прививать деревьев. И я уже давным-давно сделал для себя садовый нож. Вот. И я задался целью сделать нож для левши. Я сделал 3 ножа для левши, показал их Валерию Константиновичу. Вот, ему ножи понравились, он взял их в свой сад, там они прошли тестирование, и эти ножи ему понравились, и он показал их на своем канале Железова, садоводство по Железову, и эти ножи, 3 ножа, нашли своих, как бы сказать, левшу леворуких, их сразу забрали. После этого... Ну, мы сняли еще одно видео про эти ножи, и эти ножи у нас начали заказывать и праворукие ножи. Я начал делать эти ножи. Вот. Значит, коротко вам расскажу, что собой представляет садовый прививочный нож. Садовый прививочный нож себя представляет лезвие Х-12 МВФ сталь. Вот. Он заточенный, спуск у него на одну сторону. Вот это праворукий, он на правую сторону. Леворукий нож на левую руку. Вот. Рукоять выполнена с вяза. Вяз сухой, очень такое крепкое дерево. Вот. Пропитана рукоять специальная мастика, которая выполнена... из воск натуральный, масло льняное, скипидар живичный. Этот еще, живица там присутствует. Вот. Все это кипятится, рукоять, все это варится, чтобы вот это все полируется, чтобы она не боялась никаких ни влаги, ни осадков, и для удобного размещения в руке. Вот. Я коротко хочу вам рассказать, как я делаю вот эти садовые ножи. С самого начала я беру заготовку. Вот такая заготовка. Сталь Х-12. Вот. С самого начала грубая работа ее. Обтачивается на наждаке, на гриндере. Вот. До вот такого состояния. Потом вот этот ножичек заготовка с помощью наждачки разных видов и разной зернистости. Вот здесь, можно так сказать, на коленке. Не на коленке. Это все шлифуется, полируется. Доводится до того состояния, пока этот ножик не будет как зеркало. Вот.
Потом этот ножик мы берем заготовку рукояти. Как я вам сказал, это вяз. Просверливаем в нем отверстие, подгоняем под эту заготовку. Вот она. Вставляем туда, заливаем эпоксидкой и оставляем его на сутки. На следующий день у нас уже будет вот такая заготовка, которая крепкая, все у нас уже залитое. Здесь уже подходит, уже я начинаю работать над рукоятью. Я обрабатываю рубанком, рашпилями, наждачками разных видов. Все вот это, что есть, это все сюда идет. И до такого же состояния, пока он не будет блестеть, как вот эти все ножи. Все отполируется, все зашлифовывается. Вот. Когда нож уже у меня полностью сделанный, вот, секундочку. Извините, я отлучился. После этого на старой доброй советской машинке я шью под эти ножи вот такие кожаные чехлы. То есть каждый нож комплектуется своими ножнами. Будет выглядеть это все вот так. Вот. Еще обратили внимание, когда мы заказывали ножи, когда начали люди брать эти ножи, одна женщина попросила, говорила: не смогли бы вы сделать, Олег, нож такой, как бы, чтобы под женскую руку, чтобы была рукоять чуть поменьше, ножик чуть такой был, ну как бы поменьше лезвие. Я сделал это такой ножик, вот такого образца. Как бы он такой поизящнее, чуть поменьше, чем вот.